в рай, а это дорога в ад. Удивительное дело, собралось какое-то количество людей. Давайте попробуем спросить их, зачем они сюда пришли и что они здесь делают. Пойдемте. Да, пойдемте. А что вы, ну вообще, что пришли, вот, что вы хотите увидеть и узнать? Зачем? Мне кажется, что сейчас самое время задать людям вопрос, что они думают обо всем об этом. Как вообще? Я бежал, у меня волосы из головы вылетели все, пока бежал. Я думаю, что нам надо поговорить с большим человеком. Расскажи, как чай, как весна вообще? Что Хонда, расскажи. Телепузики это не то. Вот, дорогие друзья, как вы вообще любите находиться в одной точке, потом в другой точке одновременно? Мне очень нравится. Я вошел, и у меня все остальные волосы вообще вылетели из головы. Какой это клуб? Камера хранения. Я не думаю, что он вообще где-то домой. Паровозики. Ну, а вы-то что сами думаете обо всем? Вы вообще, а что у вас есть? Что вы пришли? Камерный концерт. Камерный концерт. Знаю, это камера. Как вам выступление группы? Так приходилось обычно все обкурку вытирать, все такое, а теперь просто щеплить, и нет проблем. Иван, скажи мне, что это за касса? Выдаю зарплату здесь вам. Да, на выходной сегодня, вот. Да, мы с чем речь была. Дорогие друзья, те, кто не прислал заявки и не пришел сегодня к нам, вот смотрите, мы, в общем, все состоялось, все было круто. Так что спасибо всем, кто пришел и придут заранее, когда-нибудь. Ну вот, все, спасибо, ура! Ура! Хотим в Японии, денег нет, ничего нет, как бы на пальцы только хватает, но зато у нас свобода есть внутри, она вот здесь, у нас сердце.